Доброго дня, уважаемые партнеры и гости нашего первого банка мониторинга fairmonitor.com. Как и прежде, представляем вашему вниманию видеообзор проекта от нашего портала. Инвестиционный фонд, который мы с вами рассмотрим сегодня, уже определенное время находится на сайте нашего монитора. И понаблюдав за его работой, ознакомившись со всеми отзывами, что есть в сети, мы решили записать и свой обзор на него. Итак, представляем вам проект, который за 22 дня смог собрать значительную сумму инвестиций и выплатить щедрое вознаграждение своим инвесторам. Это Sarini Limited. Sarini Limited – официально зарегистрированная компания, имеющая все необходимые документы, и в подтверждение этому является то, что на сайте есть Green Bar. Sarini работают на рынке группового кредитования и проблемных кредитных портфелей. Если говорить простым языком, Sarini Limited привлекают деньги различных инвесторов на выдачу крупных кредитов и выкуп у банков прав на кредитные обязательства тех людей, которые не оплачивают кредит. Данный подход очень правильный. Согласитесь, не каждый банк может выдать кредит в размере 1 миллион долларов, к примеру. А если привлечь к этому множество инвесторов, то общими усилиями можно и собрать необходимую сумму. В сфере выкупа проблемных кредитов, то это старая и знакомая всем песня. Банки не хотят держать проблемные кредитные портфели на своем балансе, поэтому продают их задешево другим организациям, которые занимаются их возвратом. В общем, сфера очень привлекательная и доходная. И вот что предлагает нам компания Sarini Limited в качестве инвестиционных планов. Инвестиции в микрозаймы. Минимальная сумма инвестиций составляет всего 10 долларов, максимальная – 5000. Конечно, не думаем, что есть много инвесторов, готовых сделать депозит на такую сумму, но факт остается фактом. Вклад более чем в 5000 долларов вы никак не сделаете. Проценты по депозитам колеблются от 10 до 290. Но максимальные 290, естественно, вы получите за самый длинный срок инвестирования в 90 дней. Второй вариант инвестирования – инвестиции в выкуп долга. Здесь все намного проще. Выбираете сумму вклада от 25 до 1000 долларов и ежедневно получаете свою законную прибыль в размере от 1,1 до 2,5%. В целом, инвестиционное предложение достаточно заманчивое и подойдет как любителям срочных, так и бессрочных вкладов. Партнерская программа сайта имеет пару нюансов. Если вы простой пользователь, будьте готовы к тому, что комиссия будет составлять 7,3% и только с двух уровней. Для увеличения партнерских отчислений у вас есть два пути. Первый – это стать представителем компании. Особых требований к представителям нет, и в принципе каждый пользователь может им стать, отправив простую заявку на почту администрации проекта. Второй путь – это карьерная лестница, продвигаясь по которой вы также будете получать повышенную комиссию по реферальным отчислениям и бонусные средства от компании. Данный путь заметно легче, и тут уже все зависит от вас, как от рифовода. Если у вас есть 3-4 надежных партнера в деле инвестиций, то вам точно стоит задуматься над карьерной лестницей. Личный кабинет очень приятный и красивый. Но, по нашему мнению, здесь много ненужной информации, которая сбивает с толку. А может, мы просто минималисты и нам чужда такая красочность. Во всяком случае, пополнить баланс, сделать вклад и вывести средства не представляет особого труда. Так что проблем у вас с этим не возникнет. Платежных систем очень много, и чтобы не останавливаться на каждой, отметим основные. Kiwi, Payeer, Perfect Money, Bitcoin и Nix Money. Вот что удобно, что пополнить свой баланс вы можете даже в рублях. Система сама конвертирует вашу валюту в свою рабочую, в доллар. Техническая поддержка осуществляется по Skype, телефону, удобная онлайн-поддержка в баре и соцсетях. Группа во ВКонтакте, конечно, пока имеет немного участников, но видна активность, что говорит о ее целевой аудитории. Пожалуй, на этом мы и закончим нашу экскурсию по проекту Sarini Limited.
В заключение хотелось бы сказать, что сайт действительно понравился. Сделан он хорошо, и маркетинг его тоже впечатляет. Именно поэтому компания FairMonitor.com предоставляет всем своим пользователям повышенный рефбэк на вклады в данный проект. Он составляет от 150%. На этом у вас все. Хорошего дня и высокой прибыли, дорогие друзья!